нации, такое культурное богатство, такая народная мощь, как у нас, не могут быть погребены. В этот вечер для нас выступает заслуженная артистка России, исполнительница народных песен Евгения Смолянинова. Присовокупляюсь к этому хору и вот своим голосом свидетельствую об этом. И я спою песни, которые я знаю, что Валентину Григорьевичу очень нравились. Я их обе написала сама, и первые на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Когда волнуется желтя и свежий лес шумит при звуке ветерка и прячется в саду малиновая слива под сенью сладостной зеленого листка. Когда лишь вдали красуется
Евгения Смоленинова. Спасибо вам большое.